Нож упал. Всем привет! Дело к обеду. Я здесь на кухне быстренько-быстренько готовлю. У меня оставалось тесто от мантов. Вот. Я его немножко подновила. Ну, как подновила? Вот так вот помяла-помяла. Оно в холодильнике лежало. Оставалось у меня мяско от мантов. Я его поджарила. Отварила картошки. Сейчас это мяско брошу в картошку, перетолку. И будут у меня вареники. Картошка с мясом. Так будет называться. Так, сейчас я вас подвину. Ой, поближе. Вот она, картошечка. Маленько прозевала, сразу она у меня разварилась. Моментально. Вот такая она у нас рассыпчатая. Разваривается махом. Так, сейчас я сюда вот... Что-то тут черненькое чуть-чуть убрать. Я сюда кусочек масла бросила. Вот, видите, что? И, наверное, еще так, чтобы повкуснее было, выдавлю сюда немножко майонеза. С майонезом картошка вкусная-вкусная получается. Но я немножко, потому что у меня же здесь мяско, вот оно все-таки жирное. Ну как, на масле поджаривалось. Так, и это сейчас я все растолку. Все нужно растолочь. Попробовать на вкус. И наделаем вареников. Вот. Вот кто бы подумал, так вот рука болит, что не могу даже я вот так вот что-нибудь монотонное делать. Я вот себя пересматриваю на видео, да, иной раз. Ну, видео просматриваю. И что, правой рукой там подаю, вот так что-то показываю. Не знаю, вы замечаете или нет. У меня рука поднимается вместе с плечом. У меня деформация какая-то там. Я снимки делала. В общем, рука одна не работает. Рука с плечом поднимается. И это заметно. Ну, кто не знает, а я вот знаю, сразу замечаю. Ну, ничего себе. Ничего себе. Так, ну-ка попробуем. Что здесь я намяла? Я сильно не буду ее прям распушивать. Вот, как есть, так и есть. Ну-ка попробуем. Вкусная. Вареньки будут вкусные. Сейчас остынут. Остынет эта картошечка. Посуда сразу пошла копиться. Сразу мыть надо сковородку. В общем, вот такие будут у меня варенички. Ничего не выбрасывается. Все, пусть остынет. Угу. Вот здесь я запарила шиповник прошлогодний. Так это убрать. Стала запаривать прошлогодний шиповник. Раз этого нету свежего. Ну-ка, надо вытащить. И нам хватит на обед теста. Предостаточно. Хватит, вот так вот порежу. Длинные эти колбаски сделаю. Сама то. Все, пускай картошечка подостынет. Поменьше ложечку взяла. Я, знаете, как я научилась лепить еще эти варенички. Вот так вот. Так интересно. Я думаю, интересно, как так они делают?
Правда, я медленно. Вот такой косичкой. Ну-ка еще один. Это что-то с мясом такое делают. Я умею, но, как сказать, это как бы наоборот получается, да? Надо вот так вот. Так, так. Рукой помогать, так, так. Пальчиком помогать надо. Складывать. И получается вот такая... Вот такой вареник. Красивый. Это надо... Я так просто сидела, что-то делала вареники с чем-то. Я уже забыла. Недавно. Думаю, ну-ка я попробую наоборот. И немножко вот... Получается. Красивенькие. О, какие. Как подушечки. Да, сегодня на улице жара будет. С утра вроде было пасмурно. Сейчас все разогрело. Там что-то 20 с лишним градусов. Но, по-моему, когда же? Или в воскресенье, или в понедельник. Все уже похолодание. Так что последние дни у нас тепло. Мне нужно повырвать. Ой, самой нравится. Мне нужно повырвать. Да мои эти майоры, цини, они уже все. Стоят некрасивые, пожухлые. Там возле гаража оставлю бархатцы. Два кустика. А эти все вырву. Я в том году закрывала помидоры с бархатцами. Ох, и рассол такой вкусный. Я обязательно сделаю. С цветочками. Найду прошлогоднее видео и сделаю. Ой, красота. Ляпота. И вообще на улице еще много работы. Надо там уже, не знаю, ближе к похолоданию, наверное, морковку надо выкопать. Свеклу. Чтоб потом уже в холоде, наверное, не ковыряться. В общем, по погоде надо смотреть. Так, друзья, вышла убирать ботву цветочную. На улице жарище. Мошка тучами летает перед глазами. Теплотынь такая вообще. И мошки. Может, вам видно? Нет, в камеру. Столько мошки. Вообще. В общем, пока на улице тепло и сухо. Все, я убираю вот это все. Все буду убирать, потому что потом работы на меня навалится. Я не успею ничего сделать. В воскресенье у нас уже погода меняется. Вот эти я тоже убирать буду. Ого! Вкусно пахнет. Так, все складываю в тачку. Thank you.
Друзья, у меня есть вот такая штучка. Так, это тяпка как-то называется, я забыла. Я ее выписывала по почте уже много лет назад. И в этом году что-то я ее не использовала. Она очень хорошо взрыхляет землю. Она туда-сюда, туда-сюда ходит. Сейчас вот посмотрите. Корни эти подрезает, вырывает. И я что-то про нее забыла. У меня еще есть Фокина. Есть вот такая вот. Так, вам видно? Видно. Сейчас вот посмотрите. Она одно время у меня тут где-то что-то слетала. А, вот эти вот. Ну, я подправляю, так подогну и опять работает. Вот так вот. Она пашет. Подрезает корешки. Так, видно вам, да? Вообще, вещь хорошая. Я про нее забылась. Что за камень? Вот так вот, друзья, я вспахала, можно сказать, вот эти все грядочки. Вот это вот чудо, чудо-лопаткой, чудо-тяпкой, которая такая, культивирует она. Ей можно даже, наверное, под чеснок взрыхлить. Я всегда весной взрыхляла ей землю вот так вот в этих, ну, в цветниках. И забыла, там в дровнике она у меня под потолком, я ее засунула. И забыла, не вспоминаю. Вот. В общем, все, я прошла. Она вырывает с корнем, подрезает глубоко. Заходит в землю. Видите, земля была уплотненная. Дождей же у нас не было. Однако я все взрыхлила и убрала этот мокрец. Ну, вот эту я буду срезать. Я ее вообще отсюда буду выдергивать. Вот эту красавицу. Мимозу. Здесь не место, она такая высокая. Вот так вот все, я тут подработала все, подрезала. Потом соберу вот это все. И здесь вот все взрыхлило, где, ну, двулетки, ой, эти многолетки такие, потихонечку возле кустиков все срезала. И вот эту вот кругленькую тоже обработала. Вот. Сюда надо земли весной добавлять и что-то мелкое сюда садить. Ой, друзья, зашла в дом. На улице 25. Представляете? Какая жара в конце сентября. Завтра, по-моему, наверное, еще больше. В общем, я угорела. Жарко. Сижу вот, запаривала шиповник с боярышником. Налила себе. Вот, вот такая сегодня у меня была работа.
Хотела с помидорами повозиться, но уже возиться не буду. Время 4 часа. Жарко. Я устала что-то на улице, угорела. Не так устала, как угорела. И все, друзья, на этом буду с вами прощаться. Больше сегодня ничего такого делать не буду. Варениками пообедали. В общем, буду отдыхать. Видео буду грузить. Так что всем всего хорошего, всем здоровья. Всем пока-пока. Всем до завтра.